Сарантаван, с вами Ариран, у нас с вами сейчас прям будет фиктон. Мы будем смотреть Ностальгик Найт. Короче, ностальгическая ночь у нас прямо сейчас. Это, наверное, какая-то бывода лирика, я не знаю. Но почему я до того, как прочитала название песни и клипа, собственно, думала что-то, что у нас будет сейчас дэнс, пати, что-то веселое такое. Ну ладно, если не веселое, то динамичное хотя бы, да. Ну вот, да, все, так вот сейчас проверим. Всегда ли ассоциации с названием соответствуют тому, что предстоит увидеть? Поехали! Ну вот, да. Ой, мне нравится. Я люблю, когда вот такие четкие изображения. Оп. One's okay. Красивый вокал. Надо делать громче. Все. Если честно... Блин, такой голос классный. Сел таблетку и сейчас. Я забыла, что хотела сказать. Все поздно. Слушайте, так хорошо их вокалы выделили каждого. Что это значило? Ну, это было очень глубоко. Ядрит, ребят, ух, сапоги, или ноги, а вот и танцы у нас, и динамика, и все, я поняла. Короче, да, вспомнила, что хотела сказать. Ностальжи для меня не самое приятное чувство, но оно очень атмосферно реализовано обычно в клипах, в историях фильмов. А, какой у него образ. Ой, классно. Вот, но то, что они появляются и исчезают, вот эта вся грустнявочка делает таким ну, смотри, я. Как будто я провинилась. Я что-то даже не могу понять по поводу песни, ребят. Она мне нравятся вокалы, мне не нравятся некоторые моменты в музыке, потому что я слушаю в наушниках, мне их слышно. И она так сердце прямо из груди вырывает, наверное, потому что видеоряд такой, ну, как бы, знаете, вроде сильно плохого ничего не происходит. Но ты очень красивый, да. Просто красивый. Ну, вот эти такие забывающие нотки. Это было так нежно и так красиво. Короче, и песня тоже красивая. Наверное, она красивая, да. Наверное, я такой вывод сделаю по итогу. Но история была грустненькая. Вы знаете, так тонко психологически подмечены многие моментики, поэтому режиссер огромный молодец. Потому что реально смотришь и переживательно за их истории, вот эти вот, которые показаны в клипе, хотя толком история как таковая, ну, не раскрыта до конца, я бы сказала. Знаете, просто показан какой-то отрывок, кусочек жизни, какой-то момент, подвоблен какой-то момент, в котором все вот так. Вот. То, что на сердце у парней, ну, не у самих парней, их истории, вот, то, что вложено в песню, поэтому релиз хороший. Вы знаете, можно смотреть, слушать, вдумываться, задумываться, думать о себе, пойти почитать еще лирику, было бы неплохо, да, подумать, возможно, у парней тоже своя вселенная, все это взаимосвязано, поэтому релиз классный, однозначно. Достойны внимания.
Хорошо, ребята, это еще не все, потому что я хочу с вами посмотреть еще Эмбер, последний ее клип. Он называется Other People. Другие люди. И что-то там должно быть с поцелуем, потому что где-то я видела спойлеры. Там ветер завывал. Увы. Там были совместные фото с ее бойфрендом. Фига себе. Не то, чтобы я ждала что-то примитивное от Эмбер, но я аж обалдевше удивилась. Так. Чувак, тебе хана. О, класс! Невил пытает музыкой. Не, слушайте, насколько мне нравится ее подача, ее способность выражать себя в каких-то простых вещах. Мне Эмбер очень импонирует как человек, очень импонирует. Есть люди, которые тебя интригуют и цепляют самостью, что ли, как сказать. Типа девушки красивые такие, мол, что там, длинными волосами, подружки, что? Я не поняла, к чему это было. А, типа, короче говоря, подружки там появились. Что за волшебный пульт у нее какой-то? Но чувствуется, видите, в какие-то моменты, где она возле зеркала. Если здесь у нее такой пофигизм, мол, я могу быть счастлива и прекрасна без тебя, то вот тут, где возле зеркала, я прям не знаю. Иногда такая какая-то чувствуется драма внутри нее, что так, деньги. Так, хорошо. Музыка, то есть ее как исполнителя, подруги, деньги, внимание мужчин. Красавчик. Ох ты ж, ёлки! Класс! Смотрит на него. Вот это сексуальный момент такой был. Кайф. Короче, ребята, тут такой смысл. Смысл за смыслом у нее. Потому что это история о том, как она показывает, собственно, молодому человеку, который ее там обидел, или не оправдал, или ушел, или еще что-то, что есть множество людей, которые способны заменить его. Что она прекрасно может реализована быть во всех направлениях, во всех сферах, потому что есть другие люди, грубо говоря, да? Но вместе с тем, все эти другие люди, ее пофигизм и желание показать, что есть еще кто-то, кроме тебя, свидетельствует о том, что все-таки этот один-единственный более важен, более ценен для нее, несмотря на то, что, возможно, он не такой, каким она бы хотела его видеть, не знаю. Ну, я так почувствовала, так увидела, вот, возможно, там есть еще подсмысл. Да, потому что это Эмбер. Трансранс, с вами была Эриран, я всех целую.